фабрике я работаю 11 лет, и вот однажды я спустился на бисквитный цех. Первые мои дни у меня проводились экскурсии. И вот навстречу мне шла прекрасная девушка. Я спросил, а кто же эта девушка? Мне сказали, это начальник цеха. Я был страшно удивлен, потому что представление о начальнике цеха всегда было, либо это будет здоровый какой-то мужик, либо баба, которая управляет огромным коллективом. И вот шли годы, и спустя некоторое время Надежда Михайловна меня поразила второй раз, когда отправилась в командировку управлять коллективом фабрики, которая превышает нашу фабрику в 3 раза. На такой подвиг, я считаю, что это подвиг, может решиться даже не каждый мужчина. Но когда этот проект осуществила женщина, прекрасная девушка, для меня это превзошло все мои ожидания об этом человеке. И я пожелал Надежде Михайловне продолжать в том же духе, не останавливаться на достигнутом. Наша фабрика была хорошей школой, и есть теперь все возможности Надежды Михайловны воплотить все свои мечты. Надежда Михайловна, мы вас очень любим, очень-очень. И очень грустно, что мы вас не будем каждый день видеть, как вы подъезжаете на белой машине, так элегантно ходите, как ругаете нас на планерке, меня особенно. Вот, понимаете, мне вас будет очень хватать. Мы хотим выразить вам благодарность от всего отдела. С нами все, и Эмиль Романовна, и Люба Кузьменко, и все-все-все. И Наташа. Да, и я говорила там с малышкой. Мы тоже все с нами. Мы хотим вам выразить благодарность и пожелать вам всего хорошего, сказать огромное спасибо за то, что защищали, за то, что учили. Даже двоечников все равно учили, все равно повторяли, не уставали повторять. Спасибо огромное, вас очень люблю. Мы вам желаем, чтобы новая работа была интересная, чтобы перед вами стояли задачи как легкие, так и сложные, но обязательно выполнимые. В финансовом плане, чтобы она превосходила ваши ожидания и чтобы коллектив у вас окружал дружелюбный и квалифицированный. Желаем вам огромного личного счастья, успехов, заслуг, всех благ желаем в этой жизни. Пусть будет много в ней побед, удачи, достатка, оптимизма, прекрасные дни, счастливых лет. Спасибо. Спасибо большое. Надежда Михайловна, мы желаем вам всего хорошего. Дорогая Надежда Михайловна, мы пришли сказать вам до свидания и признаться вам в нашей любви к вам и огромном уважении и как к начальнику, и как к женщине, красивой и великодушной. Мы вас очень уважаем за то, что вы всегда были для нас примером, примером для подражания. Мы гордимся, что мы с вами работали вместе, и желаем вам еще не менее в будущем хорошей перспективной работы. Желаем вам поехать в Москву. До свидания. Надежды Михайловны, это, конечно, не врать на планерках. Когда я говорил то, что кто-то что-то мне не даст.
сюда. С тех пор я не говорил, что мне кто-то чего-то не дал. Очень будет вас не хватать. Все мы привыкли к вам. Не только коллеги из Екатеринбурга. Я помню, когда я звонил в Ульяновск и говорил, что Надежда Михайловна уходит. Мария Садикова даже по телефону сплакнула. Уважаемая Надежда Михайловна, сильных ораторских способностей у нас, конечно, нет. Поэтому мы просто скажем искренне, от души, от сердца, что мы вами очень восхищаемся, не только как женщины и руководителем. Потому что ваше обаяние, ваша мудрость, красота, ум, вот это сочетание всего вас делает самым настоящим человеком. Поэтому мы очень счастливы, что мы с вами, и мы вас безумно-безумно любим. Надежда Михайловна, мы с вами не прощаемся. Мы вам говорим до свидания. Подхвачу упавшее знамя, как это будет, хорошо, плохо, справлюсь, не справлюсь, думаю, что справлюсь.
справлюсь, но по-любому будет сложно. Стараюсь, чтобы это было, по крайней мере, не хуже, лучше получится, прекрасно. Скажу еще одну вещь, наверное, все мужики, по крайней мере, реально тебя уважают. Самое главное, хочу пожелать все просто. Пожелаю я стандартно, свое любимое пожелание – это здоровье и немножечко удачи, все остальные качества для того, чтобы было в жизни счастье, я считаю, что